Всем привет! Продолжаем смотреть интересные картины. Нашел я описание в интернете картины Жана Кузена-старшего «Ева. Первая Пандора». Сохранилось всего несколько картин, созданных Жаном Кузеном-старшим. Достоверно известно, что он занимался не только живописью, но и проектировал оборонительные сооружения, чинил часы, реставрировал скульптуру для кафедрального собора в своем родном городе Сансе, юго-западной Франции. В его живописи соединились голландский стиль, итальянский маньеризм и школа Фонтебло. На представленной картине в образе лежащей обнаженной женщины воплотились две героини – мифическая Пандора и библейская прародительница Ева, на что намекает сосуд Пифос, вместилище бед, и яблоко, ассоциирующее с грехопадением. Изображенная женщина опирается на череп – символ смерти. Эта картина своего рода послание, предупреждающее об опасности, которую может нести женщина. Череп. Монахи и святые использовали череп во время молитвы в качестве напоминания о смерти. Малые голландцы включали череп в натюрморты – в стиле «Мементо море», «Помни о смерти». Вот такое описание я нашел в интернете. Художник Жан Кузен-старший, «Ева. Первая Пандора». Пока-пока, до свидания.